Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение Торы. Наша недельная глава называется «Ваеце». Мы вчера остановились на том, что Яков ушел от Лавана, Рахель похитила идолов, и Лавану сообщили, что воды нет. Колодец, который был полон, вода шла, на него больше никто камень не ставил после прихода Якова. Все пустое, нет воды. Он понял, что что-то произошло. Теперь Лаван понял, что Яков ушел. Яков гнался. Яков шел 7 дней пути. Эти 7 дней пути Лаван на лошадях преодолел за 7 дней. Яков расположился на горе, а Лаван расположился на горе Гилеад. И Всевышний явился ночью Лавану и сказал: «Не говори Якову ни хорошего, ни плохого». И это на него подействовало. И Лаван разговаривает с Яковом и говорит: «Рука моя силе сделать вам зло. Ты виноват, ты похитил моих дочерей и моих внуков, взял их как плененных оружием, и поэтому я имею право убивать». Вот так он так говорит, что он имеет на это право. То есть он говорит, что все мое. Но Бог всесильный твой явился мне ночью и сказал: не говори с Яковом ни хорошего, ни плохого. Ну, хорошего понятно, а плохого нам понятно, почему он говорит. А хорошего? От такого нечестивца и то, что он будет говорить хорошее, это все равно, что плохое. Поэтому он не имеет права ничего говорить. Он говорит: хорошо, если ты истолковался по дому своему, то зачем ты украл моих богов? И Яков ему сказал, что что найдешь, выкладывай перед братьями твоими и моими. И Лаван обыскивал, зашел в шатер Леи, Рахели, потом зашел в шатер служанок, потом опять пошел к Лее, обыскивал, не мог найти ничего. Потом зашел он в шатер Рахели. Рахель взяла идолов и спрятала их в верблюжье седло. Он обыскивал, она говорит: не могу стать перед тобой, потому что у меня обычное, что у женщин. Написано, но он обыскал и не нашел. Ему было все равно, что она сказала. Но Всевышний пожалел Рахель и сделал идолов мягкими. Лаван их не нашел. И Яков ему говорит: выкладывай то, что ты нашел. Но Лаван не мог это предъявить. Яков сказал эту фразу, сказал, что кто сделал это, тот не живет. И он был, конечно, непростой человек, Яков. Он праведник, и, естественно, каждое его слово имеет значение. Наши мудрецы говорят, что это был приговор Рахели. Действительно, через 2 года она умирает в дороге, там обещала ей Вайшлах, рожает 2 девочек и Бениамина и уходит. Что значит слова праведника? То есть мы видим подобные вещи, мы видим, что с другими такое не происходит. То есть мы видим Иосиф и его братья. Братья говорят, что у кого найдешь кубок, тот не живет. Они так тоже говорят, что они уверены были, что никто из них не брал. Так же и как Яков был уверен, что никто из его окружения не мог взять этих идолов. И братья сказали, кто
нашел, кто взял кубок, тот не живет, и нашелся кубок в сумме Беньямина. Братья в шоке, конечно, но они, конечно, не были Яковом. Они были все праведниками, неимоверными, но это не был Яков. И это не сработало. Беньямин остался жив, и все было хорошо. Но здесь другой случай. После этого Лаван понял, деваться ему некуда. Я хотел, чтобы ты ушел, если бы ты хотел уйти, то я бы тебя отпустил с арфами, с песней, с тимпаном, то есть, и вообще все шикарно, он говорит. Но то, что он говорит, это верить нельзя, потому что он бы всеми силами не дал Якову уйти. И теперь он говорит, все, что ты видишь, все мое, говорит. Это овцы мои, овцы, все скот мой, скот, имущество все мое, и вот дочери мои, дочери, дети мои, дети, все мое, твоего ничего, Лаван говорит. А теперь, что я сделаю своим дочерям и внукам, что я могу сделать? То есть так его Ашем напугал, что он хочет и не может. Ну, он говорит, давай-то заключим союз. И поставили они холм, Яков принес жертвы, в общем, они пировали, а утром Лаван поцеловал своих дочерей, своих внуков, и сказал Якову, что если ты возьмешь жену сверх дочерей моих, то этот холм свидетель, этот памятник, в общем, и что ты не перейдешь за этот холм, как я не перейду за этот холм, за этот памятник для зла. Лаван говорит, заключают они этот союз. Все, и Лаван ушел своей дорогой. Наши мудрецы говорят, Всевышний ему за это, то, что он творил, не оставил ничего. Он разорился. Опять все вернулось на круги свои. А что такое, если нет воды? Сколько может его скот прожить? Сколько? Нисколько, потому что нету воды, нет травы, все, животных нет, и он разорен. А Яков направился своим путем, и встретили его ангелы Всесильного, и он назвал это место Маханаим. Мы знаем в начале главы Ваеце, что Яков видит лестницу, одни ангелы поднимаются по лестнице на небо, другие спускаются с неба, сам Всевышний стоял, охранял Якова, его сон охранял. А теперь те ангелы, которые поднялись на небо, которые сопровождают стране Кнаан, теперь опять спустились сюда, и они сопровождают теперь Якова дальше. А ангелы, которые его сопровождали в Паданараме, они поднялись на небо, ушли. Вот так. И здесь его встречает эта армия ангелов, которых впоследствии он будет отправлять навстречу Исау, но это будет следующая глава. На сегодня шаббат шалом, всем браха парнаса кавана, мазал то, что мы это время не грешили, учили Тору, всем всего самого лучшего, всем желаем крепчайшего здоровья, и пусть соцписок, который мы каждый раз считаем, чтобы всех все было хорошо, все были здоровы, все счастливы, и до следующих встреч, шаббат шалом.